Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня переполняют разные чувства, особенно отчаяние. Мне нужно, чтобы я была в норме. Вся эта ерунда с чувствами мне очень мешает функционировать. Нет сил ничего делать. Не могу сосредоточиться, ощущение, как будто я схожу с ума, как это все убрать. Если бы это была просто грусть или злость, или тревога, или что-то другое одно, я бы справилась, но все вместе, я не знаю, куда деться, я не справляюсь, куда мне от себя сбежать, как отключиться. Значит, далее идет цитата. Чувства не делятся на хорошие и плохие, а кто их делит, анализировать не могу больше, чем больше я этим занимаюсь, тем сильнее. Чем-то меня накрывает, поделиться не с кем, я одна. Ну, вообще говоря, чувства нельзя выключить и нельзя их убрать. То, что вам нужно, чтобы вы были в норме, это понятно, и это история про, может быть, внутреннее требование ваше быть в норме. Кстати, а что такое норма? Что есть норма? Вот. Но то, что вы обесцениваете в каком-то смысле свой, скажем так, эмоциональный мир, то, что вы обесцениваете свою эмоциональную сферу, для меня является очевидным. Я бы сказал, что самый лучший способ, самый лучший и единственный в вашей ситуации, это просто говорить об этом. То есть, если вы одна, то... Или на диктофон, или перед зеркалом вы просто говорите, просто проживаете то, что вы чувствуете. Вот и все. Это единственный способ. Чувства нужно проживать. Потому что если вы сейчас найдете способ, допустим, переключиться, если вы сейчас найдете способ куда-то перенаправить свою энергию, то чувства никуда не уйдут. Вот. Они просто уйдут вглубь, вот, и будут вас еще больше отравлять, возможно. Такая вот история. То есть вам нужно ваши чувства буквально физически проживать. Вот. А вы пытаетесь с ними справляться, вы пытаетесь куда-то деться, то есть вы с ними боретесь. Не нужно бороться, не нужно бороться. Отдайтесь им. Отдайтесь им и позвольте своему телу как бы делать то, что она хочет, и кричите о них. Вот. И если вы не хотите, там, допустим, мешать кому-то, да, то есть там соседи и так далее, то делайте это в подушку. Вот. Ваша ситуация — это единственный вариант. Проживая их, вы снизите их тонус, вы снизите их интенсивность и, в общем-то, вам станет легче. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи!